Здравствуйте! Видео о программировании ключа BMW CAS 3+ через ABD-разъем авто программатором ZFull при полной потере ключей. Это BMW первой серии с CAS 3+. Расположение разъема ABD-2 в салоне авто. Соединяем программатор ZFull с авто через этот разъем и входим в главное меню. Выбираем последовательно приложение OBD, BMW, CAS и программирование ключей через OBD. Просьба нажать и отпустить кнопку «Старт-стоп авто». Делаем это. Связь с авто и просьба подождать. Обычно примерно 45 секунд считывание и EEPROM. Сохранение файла дампа и EEPROM после его успешного считывания. На экране информация об авто из EEPROM. Его тип, VIN, код ключа, пробег, рабочая частота ключа. Нажимаем «Продолжить» и выбираем опцию «Потеря всех ключей». Сообщение, что пакет этих услуг платный. И далее просьба проверить заряд аккумулятора авто перед началом программирования. Выбираем из списка ключей пятый и его тип дистанционный. Просьба поместить в антенну считывателя программатора чистый ключ с чипом типа PCF7942-43-44-45 или 52 и нажать «Продолжить». Делаем это. Считывание информации из ключа, которое занимает примерно 15 секунд. Просьба поместить ключ в его слот и запустить двигатель авто. И если двигатель не запустился, вновь поместить ключ в антенну считывателя и нажать «Продолжить». Причем это можно повторять до 16 раз. После первого раза радио, кондиционер и так далее в авто включились, но двигатель не запустился. Вновь повторяем эту процедуру. Итак, 12 раз.
Лишь на 13-й раз двигатель завелся. Причем отметим, что количество таких попыток может быть разным для разных авто. Ключ был успешно записан. Нажимаем «Выход» и возвращаемся в главное меню. Спасибо за просмотр!